Amazon закроет The Grand Tour после третьего сезона. Руководство Amazon, с которым был подписан договор о выпуске сериала The Grand Tour, не намерено продлевать контракт и выпускать четвертый сезон шоу. Компания Amazon закроет проект The Grand Tour после выпуска третьего сезона шоу. Об этом пишет The Daily Mail. Подписанный контракт между Amazon и ведущими Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем в 2015 году предполагает выпуск лишь 36 эпизодов. По информации издания, руководство компании не намерено продлевать контракт и выпускать четвертый сезон. В настоящее время Джереми Кларксон якобы планирует стать ведущим программы «Кто хочет стать миллионером». Остальным же ведущим автомобильного шоу придется искать другое место работы. В компании нет никаких данных о том, что будет сниматься 4 и краткое сезон. Никто из участников проекта не подписал дополнительных контрактов, и все озадачены, чем заниматься после окончания The Grand Tour, отмечает издание. Известно, что к настоящему моменту выпущены 2 сезона автомобильного шоу. В нынешнем году будет показан 3-й сезон. Ранее сообщалось, что Барак Обама ведет переговоры с Netflix о запуске собственного телевизионного шоу. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.